Всем привет! Если вы еще не определились, что подарить своей любимой на 8 марта, остановите выбор на роботе-пылесосе. Всевозможные сайты предлагают эти устройства по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Изначально робот-пылесос предназначался только для сухой уборки помещений. Через расположенные внизу отверстия он втягивает внутрь воздух с пылью и мелким мусором. Грязь отправляется в пылесборник, а воздух очищается, проходя сквозь фильтры. У многих моделей по бокам расположены выходящие за пределы корпуса боковые щетки. Во время движения прибора они собирают грязь в углах, щелях вдоль плинтусов. Некоторые роботы-пылесосы оснащены крутящимися турбощетками. Такие модели хорошо убираются на коврах и ковролине. Робот-полотер отвечает за влажную уборку твердых покрытий, паркета, ламината. Вместо вентилятора и щеток к дну полотера прикреплены подвижные элементы, на которые крепятся салфетки из микрофибры. Во время уборки они увлажняются водой из специального контейнера и движутся вперед-назад или по кругу, собирая с пола мелкую пыль и оттирая пятна. Комбинированные роботы могут выполнять сразу две задачи – и пылесосить, и мыть полы. С одной стороны у них расположены щетки и втягивающий воздух вентилятор, а с другой крепится салфетка для влажной уборки. Размер пылесборника и салфетки у комбинированных роботов меньше, чем у роботов-пылесосов или полотеров. Поэтому при покупке такой модели вам придется чаще опорожнять контейнер и ополаскивать в воде микрофибру. На сайте Wildberries робот-пылесос Xiaomi сейчас можно купить за 9 969 рублей. Его прежняя цена – 17 490 рублей. Робот-пылесос с функциями влажной и сухой уборки оснащен гироскопическим сенсором, составляет план помещения и не запутывается в ковровом ворсе высотой до 2 см. Преимущество – гироскоп и система визуальной навигации. Оснащен датчиком препятствий, датчиком перепада пола и датчиком движения вдоль стен. Цвет белый. На сайте Озон робот-пылесос Polaris сейчас можно купить за 10 990 рублей. Полностью автоматическая уборка, автоматическое возвращение на базу. 4 режима направления, 2 режима мощности. Инфракрасные датчики для ориентации в помещении. Стеклянная верхняя панель. Датчики зарядки. В комплект входит электрощетка. Есть боковые щетки для эффективной уборки. Объем контейнера для пыли – 0,5 литра. На сайте Яндекс.Маркет робот-пылесос Nitswar продается со скидкой в 25% за 14 990 рублей. Обеспечивает сухую и влажную уборку. Есть контейнеры для пыли и воды. Оснащен боковой и турбощеткой. Аккумулятор работает до 150 минут. Есть гироскоп, датчик перепада высоты и мягкий бампер. На сайте DNS робот-пылесос Xiaomi можно приобрести за 13 999 рублей. Робот-пылесос способен выполнять сухую и влажную уборку с разной интенсивностью. Благодаря турбощетке, боковым щеткам и мощному двигателю обеспечиваются качественные результаты уборки. Синхронизируется со смартфоном по Wi-Fi и управляется средствами мобильного приложения. Также есть поддержка голосового управления. Благодаря ряду датчиков устройство точно ориентируется в пространстве и преодолевает препятствия. Из функциональных особенностей отмечаются автоматическое возвращение в исходную точку и на зарядную станцию. На сайте CityLink робот-пылесос можно приобрести за 18 999 рублей. Обеспечивает сухую и влажную уборку. Объем пылесборника – 0,5 литра. Работает по расписанию уборки. Есть построение маршрута. Функция отправки робота в конкретную точку. Автоматическое возвращение на базу. Управлять роботом-пылесосом можно разными способами. С помощью кнопок на корпусе или дистанционного пульта. Есть модели, которыми можно управлять со смартфона. Какой из этих способов удобнее, зависит от личных предпочтений. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Отличный день.